мне деньги, а вам шиш вместо яблок. Дело в том, что есть такой оппонент Вадзинский. Я уже скучаю по нему, ребята. Помните это самое? Он обвинил меня в том, что я продавал автографы. Я железо продал автографы. Я ни одного автографа в жизни не продал. А зачем это надо? Так кого грязи? Вот. И вот что получается. Потом он мне... Я уже начинаю, думаю, ну, хоть вспомнил бы, Александр. Дело в том, что вы же как попались-то? Сейчас скажу. Ну, то, что неграмотно, понятно. Терминология подходящая, смотрящая. Я шутку сказал. В каждой области есть наш человек. Вспоминайте. Везде и всюду. И кто-то из вас достиг хороших успехов, таких там, хорошего урожая, устойчивый, все. Я сказал, ладно, я как смотрящий за Россией, но смотрящий садовый, не этот, не урка. Сказал, что я вас назначаю смотрящим, ну, забыл за какой регион. Может, за Урал, не знаю. Вот. И вот не мог он, ну, как пройти мимо этого? Этим все сказано, что я смотрящее слово применил, да? Вот. Ладно, но дело-то в том, Александр, я хочу, или вы все равно исчезнете, но я вас как домучаю. Мне интересно, кто вы такой? У вас тех текстах ошибка на ошибке. Это вообще надо было вообще в школу не ходить, чтобы вот такие ошибки страшно делать. Вот. Но вы лезете куда? Вы хотите, наверное, пользу принести, разоблачая Железова и нас всех. Он, наверное, думает, пользу принесет. Например, он может сказать, что все это херня, что эти прекрасные колонны, что можно получить большой урожай. Пожалуйста, вот мой большой урожай. Вот. И каждый раз, когда он возникает, у меня дает повод. И вдруг он что делает? Он пишет в очередной раз, обидевшись на мои слова о том, что где твой сад-то? Ты куда лезешь-то? Ты прокурора лезешь, судью. Судьей хочешь, прокурором, задним получим. Хочешь прогресс остановить? Ну, от тебя толку-то? Естественно, от тебя никто не поймет. Ну, что ты натворил-то? Ты взял, написал, как это так нету? 6 лет у меня сад. Я тысячи саженцев продал. Дальше расшифровать, а, Александр? Кто вы такой? Где? В какой области? Какое у вас образование? Сколько вам лет? Морду покажи, извините. Гюльчатай, покажи личико. Нельзя так. Это получается, как безродный собака где-то там лает из подворотни. Покажись, я, Вадзинский, вот мой сад. Да, 6 лет. Чтобы продать 1000 саженцев, 6 лет мало. Единственный вариант, я уже так как же вы 6 лет-то умудрились 1000 саженцев? 6 лет назад сада не было. И вдруг 1000 саженцев по всей России. Ну, преувеличили, бывает. Я даже вас могу оправдать. Вам стало как-то не по себе, там, после моих этих. Все-таки тоже во мне самомнение. А, ты свой сад покажи, Александр. Пожалуйста, что есть, то есть. Есть еще один вариант, он касается не только вас, а ведь мы должны говорить про учебу. Смотрите, кто-то берет у него другую банку, а там 1000 косточек вот таких, да? Допустим, целую банку покупает. Это скромно, какие-то там со скидкой 20 тысяч. Фу, москвичи всегда смеются, это не зарплата, это не ползарплата. Может быть, пятая часть нормальной зарплаты. Все где-то с этим, с слесарям 100 тысяч плат. Это 20 тысяч. И вот она банка, 1000 косточек. За 20 тысяч высеваете. Если повезло, взойдут 900-800. Помните, как писали, по вашей, мы, как вы там научились цифровать, и мне все взошло. Сколько таких писем было? И сразу можете, я даже бы одобрил это, и сразу на продажу. По 20 купили, по 500 продали. А ведь там будет то, что примерно у этого. Вы же не глупее этого самого профессора Ваулина, который из моих косточек вырастил среднюю урожайность 40 ведер с дерева, да? Молодой сад. Вот. У соседей 500 грамм, полкилограмма, а у него 40 килограмм средний. Вот. Контрольные абрикосы с других мест 300 грамм, 0,3 килограмма, а у меня 40 килограмм, мои. И вот получается, вот тут, пожалуйста, засеяли и гоните по 500 рублей. И еще и скажете, это Железовский. Я ничего против иметь не буду. Ваулина на Урале получилось, все живо.
и без всякого ухода. Самое главное, запретить подходить к нему, вот вашим покупателям. Пожалуйста. И вдруг окажется, что как вы могли 1000 продать за 6 лет, если, чтобы создать маточный сад, он должен быть большим, черенки надо резать, чтобы полноценные были. Вот хорошо сеянцы. Но только мои сеянцы, помните, мои 40 килограмм, контрольные 500 грамм, соседние ученые, соседние это, организация 300 грамм. Вы почувствуете разницу. То есть 300 грамм это ничего вообще. А ведь он это все описал официально. У него рефераты, научная работа. Вот два этих. Вот. И фотографии мои. Вот тут да, я специально... Ведь когда вы написали, что 6 лет вашему саду, а вы 1000 саженцев продали, вы мне дали повод объяснить, в каком единственном случае вы не были бы, если бы это правда, конечно, ложь. Вот. Я бы через 6 лет никогда бы 1000 саженцев не продал по всей России. Да кто бы их купил по всей России? У неизвестного человека. А вот, допустим, сделать вот сейчас, когда уже проверенные сорта, пусть они будут скромные, ну, видели фотографии, да? Ну, кто откажется это за 500 рублей? 20 купил, за 500 продал. Вот вы уже это. Это я уже не вам говорю. Потому что у меня такое впечатление, что вы просто, ну, пустышка. Вот. Но специально вы меня оскорбляли. А теперь я вас немножечко так зацепил. Вы теперь напишите, нет, вот мой сад. Или заткнетесь навсегда. Вот. Но если все-таки, давайте дальше без оскорблений. Все-таки вы можете вопрос задать. А почему вот так получается, а так нет? А вот тут я сомневаюсь. Я сомневаюсь, пожалуйста, вот я не обвиняю это от тебя, Железов, там, в чем-то таком, какой-нибудь халтуриче. Ну, есть подозрение, что что-то тут не так. Ну, не может это все в Сибири быть. А вы помните виноград, я вам в одном этом, я подобрал, как виноград во Франции. Сотни этих самых бочек горит, сотни костров. Им надо было во время цветения минус 8, минус 10. Тогда вы можете сказать, а может, Железов, ты Францию пока, может, ты тоже эти сотни костров заводишь, что у тебя потом абрикосы вот такие, самые роскошные в мире абрикосы у тебя выдержали. У Ваулина выдержали сколько? Минус 8, а? Я уже забыл. Кажется, минус 8 цветения выдержали абрикосы. Вот так примерно. Ну, идем дальше. И жду, да, все еще жду. Вы первый на меня, я вас не трогал, я вас не знал. Пожалуйста, фотографии вашего сада, у вас саду 6 лет, и ваших саженцев, которых вы 1000 разослали. И еще, я с удовольствием показываю вам в чужих садах, нет, чужой не то, в других садах результаты. А у них есть пароли, явки, вот, адреса, все есть, то есть это живые люди. Все честно. Давайте вы, где ваши 1000 саженцев? Вот. Тогда вы имеете право разговаривать через губу, как я.